В это воскресенье в Чувашии впервые состоится прямое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые в первую очередь благоустроят в рамках реализации федерального проекта в этом году. Как будет проходить процедура голосования, расскажет Галина Титарчук. Рейтинговое голосование будет проходить в тех же зданиях, где расположены избирательные участки, только в других помещениях. Они уже тоже почти готовы принять жителей столицы. Чтобы принять участие в рейтинговом голосовании, достаточно предъявить паспорт. Предъявляем паспорт, получаем вот такой бюллетень. Здесь 18 общественных пространств. Все 18 общественных пространств представлены вот на этом стенде. Здесь можно выбрать, познакомиться с каждым из них и посмотреть, что будет реконструировано в 2018 году. А затем в бюллетене выбираем одно, два или три общественных пространства, ставим галочки и отпускаем бюллетень в специальную урну. Как видите, эта процедура занимает совсем немного времени. И в целом процесс голосования не сильно отличается от любого другого. Работа счетных комиссий будет происходить ровно столько же, сколько и участковой избирательной комиссии, то есть с 8 до 8. А дальше будет происходить так же, как и на участковых комиссиях, подсчет результатов по бюллетеням, составление протоколов. И мы уже ту же ночь получим протоколы, вот это общественные районные комиссии во всех районах города будут в ночь с 18 на 19 подбивать итоги, и к которым мы будем уже знать, какие территории были отобраны нашими горожанами на 2018 год. А мы напомним, что голосовать можно не более чем за три общественных пространства. Галина Титарчук, Денис Ноздрюхин, Республика. Холодно.